как минимум два раза в году мы устраиваем фотошу, то есть съемки. Мы работаем на год вперед. И вот сейчас я уезжаю во Францию смотреть ткани. Это уже зима 2007 года. Вот так мы работаем, ничего не сделаешь. Прошедшие 20 лет Шелли целиком посвятила Голливуду, оформила 40 телевизионных фильмов и удостоилась 4 наград Эмми. Владелица предприятия, она по-прежнему не расстается с предметами швейной фурнитуры, создает модели, но не для героев фильмов. Теперь они доступны каждому. Одежду линии «Комаров» и «Киска» можно приобрести сегодня более чем в 1000 специализированных магазинах США и Канады. Мне всегда хотелось создать продукт и создать технологию совершенно новую, которая бы позволила женщине сегодня иметь одежду, которую не нужно отдавать в химчистку, можно стирать, и которая не мнется. Чтобы эта одежда принимала форму фигуры, чтобы можно было... То есть, короче говоря, чтобы это была одежда, которой не нужно уделять внимание. Ты достал из шкафа, одел и пошел. И вот мы создали совершенно новую технологию. Можно называть это плитенная или texture. То есть неважно, как мы это назовем, но то, что сегодня мне позволяет вот эта ткань, мне позволяет одеть сегодня на фигуру с большой грудью, с маленькой грудью, с большими бедрами, с маленькими бедрами. То есть практически мои вещи садятся на любую фигуру. Это очень важно. Сперва изделие прессируют. Потом на него при температуре 180 градусов и под большим давлением наносят рисунок. Каждая единица, которую мы делаем, делается вручную, и оно уникальное, оно все разное. И каждая единица, это можно так посмотреть, что это искусство. Используются только прочные материалы, которые не рвутся и не сгорают. Часть ткани создают здесь же, часть импортируют из Индии, Кореи, Европы и Китая. То, что компания сегодня существует, я, конечно, благодарна своему сыну и его партнеру, другу детства Диме. На этой фотографии они довольно-таки смешно выглядят. Дима всегда на земле, а Митя всегда летает. Компания, конечно, разрослась, и одному человеку быть дизайнером и заниматься бизнесом – это практически невозможно. Дима больше связан с производством. Придумывает новые машины, станки, следит за качеством. Очень нравится. Митя же, отвечая за маркетинг и финансы, принимает и решение о серийном выпуске той или иной модели. Особенно, если это касается молодежной линии «Киска». Как-то мне пришло в голову, что я запомнил, как жена моего друга его постоянно называет «Киска», как бы как лапа. И почему-то это слово в моей голове осталось. В принципе, я считаю, что неплохое имя, потому что, во-первых, как бы как кошечка, во-вторых, это ласковое слово, и... Оно русское слово, которое легко произнести любому человеку. Нина Беренбоем, родом из Одессы, пришла на фабрику после окончания Института моделирования одежды имени Парсона в Лос-Анджелесе. Одна из основателей компании Светлана Ерохина из Киева. По образованию биолог. Сейчас она успешно конструирует модели. Я Саша Кента из Узбекистана. Мы очень любим Наташу, и мы снимаем ее 4-й раз для нашего каталога. Я очень люблю тоже работать с Комаров, потому что все как family, как семья. Атмосферу семейного уюта, тепла и взаимопонимания, естественно, создает Шелли, привлекающая своим талантом творца, присущей ей внутренней культурой и тактичностью. Она не как мама, она больше как друг. Иногда что-то ей не нравится, но она это не отвергает моментально, она пытается понять, почему, скажем, это ей не нравится, может быть, это нравится другой категории клиенту. Очень объективно. Она это любит, ей это очень приятно, ей это очень нравится, это видно по ней. И это помогает нам решать очень много вопросов, не только с точки зрения искусства, а с точки зрения производства, с точки зрения бизнеса и с точки зрения жизни. Ее одежду носит музыкальная дива Кристина Агилера. Такие звезды Голливуда, как Хелли Берри, Мелани Гриффитс. Новинку, нарядные вечерние пеньюары Шелли, с успехом продает самый дорогой универмаг США Neiman Marcus. Сейчас компания Комаров ведет переговоры на реализацию своих изделий в Японии.
Надеюсь, что в какой-то момент я буду продавать даже в России. Сейчас у меня только мои близкие друзья и знакомые. В основном Москва и Ленинград носят. Но я надеюсь, что в скором Россия будет носить мои вещи. Нана Кем, телевидение «Голоса Америки», Лос-Анджелес, Калифорния.